Всем доброго времени суток, в мире Кинотали, центр Альфа и Омега Плюс представляет вам гороскоп на 10 мая 2018 года, 25-й лунный день, луна в рыбах. День может сложиться весьма удачно, если вы сумеете отбросить все эмоции. Сегодня не стоит доверять интуиции. Это не лучший советчик на сегодняшний день. Будьте благоразумны, рассудительны, практичны, и у вас все получится. Воображение может разыграться, чувствительность обострится, и именно поэтому вы сегодня впечатлительны, и поэтому сегодня не стоит предаваться этим чувствам. Иначе вы будете принимать все слишком близко к сердцу, особенно проблемы других людей. Но при этом старайтесь помнить, что ничего случайного не бывает. Учитесь выстраивать цепочки случайностей в закономерность. Сегодня самое время познавать свой внутренний мир. День достаточно благоприятен. Для многих будет легче добиться намеченных целей. Возможно, у вас получится расширение перспектив в ваших личных делах. При этом стоит иногда прислушаться к советам и помощи окружающих. Сегодня хорошо ездить в путешествия, отдыхать, заниматься творчеством, благотворительностью. Не стоит покупать обувь. В плане здоровья сегодня как раз обуви стоит уделить очень большое внимание. Она должна быть максимально комфортной. Избегайте длительных пеших прогулок. Также эффективно лечение кишечника и брюшины. Если вы сегодня пойдете в бассейн или в сауну, это также будет полезно. Особенно сегодня полезно плавание. День благоприятен для многих знаков зодиака. С осторожностью к этому не стоит отнестись раком и козерогом. Еще раз напоминаю вам, что 11 числа мы встречаемся с Инессой Крыжановской. Подписывайтесь на наши рассылки. Вебинар наш называется «Как привлечь ангельские силы на свою сторону». Мы будем изучать секреты и тайные знания теософии. Если вы не знаете, что такое теософия, то наш астролог, маг и историк Инесса расскажет вам, как можно использовать древние знания для улучшения качества своей жизни. Ждем вас на наших вебинарах.